Ну что ж, друзья, давайте все-таки разбираться с этим вопросом. Что делать, если кто-то попросил вас взять кредит на себя и обещал клятвенно, что будет платить, а потом растаял в небытии? Еще раз напомню, Ольга Карпова, руководитель юридического офиса, практикующий юрист здесь с нами в студии. И вот давайте сразу же, какие риски при оформлении кредита на другого человека? Доброе утро всем. Доброе. Какие риски? Ну, вы оформите кредит на себя для другого человека, а другой человек просто не будет его платить. Это первый риск. И вы в соответствии с этим договором выплатите абсолютно все банку. Не будете платить банку, банк пойдет в суд и будете платить через судебных приставов. Угу. Ну вот это называется поручительство или нет? Нет, нет, это халатность. Это халатность? Ну, это халатность. Скажите, а как можно взять кредит на другого человека? Я вот это вообще не понимаю. Что должно в жизни произойти, да, чтобы и как не попасть в такую ситуацию? Ну, наверное, это что произойти? Ну, мы с вами очень часто бываем доверчивы. Угу. Друзья, которые дружат 10, 15, 20 лет, да, пришел Ваня к Пете, 20 лет дружили. Петечка, пожалуйста, возьми кредит, мне не дают. Тот идет, берет кредит, а друг спокойно исчезает. Вот и все. Вот и вся дружба. Вот и вся дружба. Так а как не попасть в эту ситуацию? Просто не соглашаться или есть какие-то хитрости? Во-первых, можно не соглашаться. Это самый адекватный поступок. А второе, я, как правило, всем своим клиентам советую сделать следующее. Это заключить договор займа, указав в этом займе кредитный договор. Либо вы это делаете самостоятельно, либо вы идете к нотариусу. Но я всегда еще говорю, если человек перед вами честен, ему точно говорит, что я верну этот кредит в 100% варианте, возьмите в залог его имущество. Даже через так? МФЦ. Конечно, договор займа через обременение. И поверьте мне, он выплатит кредит. Скажите, но вот есть не только вот так называемая, ну, я даже не знаю, халатность, да, по отношению к этому. Но может же и несчастный случай с человеком случиться, да, произойти. А деньги-то останутся на твоих плечах, да, то есть ты продолжишь выплачивать долг. Поэтому можно обезопасить себя с помощью договора, да, или, например, залога имущества, что намного действеннее, да, этот случай, если, допустим, что-то с ним произойдет. Если что-то с человеком происходит, а у вас в залоге его имущество, допустим, да, подписан договор займа, наследники, вступая в наследство, вернут вам все, потому что наследственную массу, наследственные долги никто не отменял. Что делать, если кредит уже оформлен? Вот кто-то сейчас у экрана говорит себе, сейчас я должен узнать, что? Что делать, если вот уже? Хорошо, если, по крайней мере, человек ответственный, да, он придет и скажет, слушай, друг, я же у тебя занял, да, я кредит-то плачу, но мы-то с тобой ничего не заключили, давай я тебе хотя бы элементарно напишу расписку. Тогда это, как я всегда говорю, респект этому человеку. Но есть же люди, которые уже взяли кредит и забыли о том, что вы друзья. Здесь, к сожалению, ну, даже если вы сходите в полицию, напишите заявление о мошеннических действиях, я думаю, что ничего абсолютно не получится. И вы будете тянуть этот кредит самостоятельно. Конечно. Как вообще в этом случае доказать, что я взял вот, кредит да, на тебя? Это невозможно. Если через суд, то это свидетели, это факт передачи денежных средств, та же там, допустим, расписка, да, или, допустим, вам перечислила кредитная организация на счет эти деньги, а вы человеку тут же перечислили их тоже на расчетный счет, указав назначение платежа. Назначение платежа – это займ, да? Вот тогда вы еще что-то докажете. А если вы, к сожалению, взяли в банке кредит, отдали там самостоятельно, наличными, никто это не видел, поверьте мне, к сожалению, вы ничего не докажете. Да, как-то это не радостно, мне кажется. Да, ну еще пару вопросов вот касаемо поручительства. Вообще это практикуется сейчас? Поручительство, конечно, оно практикуется. Не будет платить заемщик, выплатит поручитель. Вот в этом случае как будет? Регресс. Тогда поручитель имеет право обратиться с иском в суд и все выплаченные денежные средства взыскать с заемщика. Как от физлица к физлицу. Это можно. Но вообще, по своей сути, я, наверное, посоветую оформлять правильно документы, а лучше всего, ну, не берите для чужих людей кредиты. Угу. Какая бы ситуация ни была, сегодня вы друзья, а завтра вы даже не помните номер телефона и даты рождения. Да, такое бывает и без займов, знаете ли. Вот, слушайте, да. а когда становишься поручителем, работают ли здесь вот эти вот договоры, ну, по поводу имущества или еще чего-то? Да. Тут такая же схема, да? Здесь, понимаете, это ваши взаимоотношения между двумя лицами. Угу. И как вы их оформите, это только на вашей совести. Ольга, а существует вообще судебная практика, где сумел кто-то доказать, что кредит был взят для третьего лица? Да, есть.
У меня это судебная практика есть. У меня когда люди приходят и говорят, Ольга Леонидовна, там просит человек взять 1,5 миллиона. Я сразу говорю, что нужно сделать, как оформить документы для того, чтобы потом можно было взыскать. И вот здесь, поверьте мне, одно судебное заседание, человек выходит с решением суда и счастливый в этой жизни. То есть это вот ваша практика в моей здесь, в Красноярске? В практике это такой... есть, да. Ребят, да. Нужно быть не только счастливым, но еще и знать, где найти того, кто тебе должен. Это тоже немаловажно. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны. И, конечно же, совершая такие поступки, помните, что расплачиваться придется вам. И только вам, да, в случае, если это произойдет. Поэтому заключайте какие-то нужные документы, которые потом вам помогут вернуть ваши же деньги. Ольга Карпова была на сегодня в гостях, руководитель юридического офиса, практикующий юрист. Приходите к нам еще. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания, до встречи.